Тут. Это Тамара Стайл с Ладомиром распределили свои капли с баблом на танков. Кто кому дает, типа, если танк умрет и встанет ССом или КАМ, или БРом, сразу ему вот эту каплю и бабл на себя. Чтобы его давайте не все потерять сразу. Зашли, поехали все. Блять, давайте, ребят, собрались, ребят. Last Ride должны убить, но. На нахуй, ребят. Чуть с пула не обрыгались, да? Блять, разочаровывайте меня, ребята, разочаровывайте. Сессами потом не объебитесь, нахуй, знаете, пожалуйста. Все, нахуй, забудьте. Это будет красивая победа. Заплатите за то, что посмели вмешаться. Не хочется ходить именно с морали, ебать, с убитым боссом, нахуй. В тебе валю жив, ведь можете убить, блядь. Просто отыграйте, нахуй. Один раз отыграть нормально, последить хорошенько, нахуй. Мой повелитель, зачем еще явились сюда эти чужаки, если не для того, чтобы убить тебя? Чё это, как этот, помнишь, был РЛ, который в бане держи, суку родной, в бане? Сука родной? Диспел, 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 давак, давак и хил. Ну, там жестко было, блядь. Не умирайте там, я вас умоляю. Прохиливайте. Элдер, нахильте. Не бейте, завоевать. На нахуй. Пали, блядь. Чё, под пьяные, мордой, что ли, блядь? Под мордой стоят. Ну вот, сразу ни БРов, ни хуя ложитесь. Как под мордой? Бо моб развернулся, побежал по рейду в комнате. И всех получили. Моб развернулся, начал кастовать каст, нахуй. Хоть бы одно ебало бы сдвинулось бы оттуда. Вы как стояли, блядь, так и стоите дальше, нахуй. Вы куда вообще смотрите, я не понимаю. Ну я и говорю, под мордой. Ложитесь. Просто... Чел, блядь, переагривает, тот начинает кастовать, он не может забрать, а вы даже не видите этого. Просто он, когда начинает этот каст кастовать, как ударная волна варовская бьет, нужно отходить, потому что он не поворачивается за целью. Он пока не докастует, он будет в ту сторону смотреть. Нужно из-под морды, из конуса отойти вправо, влево или за босса. А можно либать, это, блядь, бой, не игра, это просто пошли не нахуй. Давайте еще раз, я бы нормально сделаю. Тут надо сидеть, чтобы, блядь, люди нахуй в натуре все до автоматизма понимали. Блядь, короче, Суф, оставайся здесь, я пойду в комнату. Я ебу, нахуй. Да, походи там, поматери, блядь. Кто-нибудь от огня не отбежит. Пидор, ты что, в глаза ебешься, сразу кричи. Может, тогда до людей доходить начнет, блядь. Щитки покидаем, блядь. Ну хули, с щитками-то точно не сдохнут. Там диспелит, шаман нормально справляется с диспелом. Ну да, он так бы исправлялся, просто он то ли забыл, то ли не знал, блядь. Думал, вала поебать здесь, блядь. Походит, блядь, пробудитель, сразу у него тыкаешь дисполнит. Тарги поберешь, бьешь. Там главное, у тебя и на рендже каста сбиватель, пронизывающий ветер, и развеивание вот этих заклятий, блядь. Давайте, ребят, быстренько встали, ребафнулись и еще раз трай сделали. Не убиваем, сейчас не убиваем, идем Фрей убиваем и расходим. Острую бы еще убить, блядь. С нее тринька с меткостью и с 1000 СПД, блядь, на 20 секунд падает. Вообще, по идее, РТ, блядь, у нас... Сколько, блядь, 4 часа, по идее, должно быть. Ну, как в нормальной гильдии, 5 часов. У нас что-то люди не могут досидеть. Только рещи сейчас разбафуют, только палы уже, и все уже, блядь, пуляйте. Нет, ну сейчас разбафуем паладин. А, сейчас паладин, ну. Перепейте с обратным все. Там с обратным был. Понял, что фаски закончились. Паладин. Давайте арчиды. Фук. Все, все, поехали. Собирайтесь. Фук, все, остаешься здесь. Да нам туда БР был хотя бы один, ебать, хороший. Да отправь Пука туда. Вместо Квина, например. Либо давай. Тебя. Давай.
Давай, Квин, остаешься здесь, а Пука идешь с нами. Давайте не обосремся, пацаны. Это будет красивая победа. Не, этот Адон говорит, давайте не обосремся, пацаны. Это будет красивая победа. И так по КД, блядь. Я помню вас. Ну, при пуле, типа, добой начинается. Когда мы обсираемся. И мы обсираемся, блядь. Че это было, блядь? А как понять, что это было, нахуй? Разрушительная молния, блядь. А, он. Это баг какой-то. Он посчитал, что не зашли, что ли, или как? Непонятно, что это произошло, блядь. Но это баг. Ну, типа, просто помирай. Еще раз пробуем. Сколько траев еще, блядь, дадим? Это подготовка. Сейчас там сдохнут все, все, заходите. Можно ебать, это, блядь, не игра, это просто последний нахуй. Просто Славик нашаманил. Еще раз пробуем. Типа, пацаны, блядь, ну, кто-то что-то недопонял, нахуй, поэтому у нас босс вайпает, нахуй. Сейчас уже конкретно все соберутся. Как, знаете, как в Матрице Нео прыгал-то с этого... С небоскреба на небоскреб, нахуй, говорит, блядь. Морфеус ему говорит, блядь, говорит, просто очисти разум, да, говорит, очистить разум, нахуй. Хуяк прыгает, вниз летит, нахуй. Вот когда вы достигнете того, что будете летать, как Нео, нахуй, во второй части, вот тогда боссы все будут перед вами покоряться, блядь. Я умею, но что-то покоряюсь. Сомнения отбросить. Очисти свой блядь, мозг. Вроде бы, блядь, и гир уже ебанистический, это что не хватает? Ты понимаешь, еще понерфят на 40% дамаг хп, нахуй, и все равно придем сюда и будем падать, нахуй. Знаешь, соберут такие, о, бля, нихуя сейчас, блядь, и съебанем. Да, блядь. Мне кажется, уже тогда точно без завоевателя можно будет. Мы, по-моему, вообще прошло, когда без завоевателя как раз таки убивали. Перетроем. Почему? Я ж держал контроль. Суп. Давай, пробуем еще раз. Набивайся. Все, бафы раздали, хули стоим. Вперед, вперед, вперед. Сейчас, стоп. Просто мы стоим лишнего времени очень много. Мы разбафались и стоим. Дольше всего палы бафают, потому что 10 классов баф. Квин, ты остаешься. Я же тебе сказал. Стоишь, а лишь Погодите. Вы? Я помню вас. Это было в горах. Но вы. Там не забудьте, если завоеватель первый выйдет, там подведете его. Зачем еще явились сюда эти чужаки, если не для того, чтобы убить тебя? Их нужно остановить. Право. Все, пойдемте дальше. Все, перешли на левую. Че писюна это стоит там на собаке. Пройдет? Там сагрим. Вот разбирается. Тарит заспан, дамажит. Прислужника ебнули? Поднимаемся.
кстати. Пиздец. Чего творится опять? Ты заебали касс не сбивать, да? Пидоры эти защитники ебаные. Кстати, другие фильмы нормальные. Своими палками там, блядь, шевелить. Сейчас только оно бам пизда. Когда останется стагаришь, мы сейчас уешим трэш. Добейте моба, блядь, еще 30 секунд. Защитник остался. Может, допустим, защитник выходим? Хоток на квадрат подкиньте. Три друида. Во, пошло. Мобов быстрее разберите, пока босс не вышел. Быстрее, быстрее, прям нюкайте. Напулили Геру. Поехали, разъебали нахуй. Босс. Дали хороший пульс по нему. Вот эти. Ух, дай мне уже имя, пожалуйста. Конечно, уже опять. Крестик стоят. Крестик. А, там первый разряд тут. Ну рейнджу-то не нарушайте. Вот. Все равно начинайте отбегать уже с этого. Куина кто-то резать. Сейчас стреснем после разряда. Кто будет резать? Стоп, БР не шкрыно. БР. Надо первые БРы, чтобы какие-то незначительные люди отдавали, а самые топовые в конце отдавали. Бля, мне тоже пиздец заеб, когда нас пошел. Дайте каску и пристабав. Я дам пристабав. И этот сам. Сопротивление. Все, разряд прошел, вернулись. Смотрим по сторонам, следующий разряд скоро. Треугольник. Просто. Вернулись. Хорош. Пока дальше. Следующий глазами ищем разряд. Кружок. Хильте их там, буря у них. Блять, ну вы что, друиды? А почему у нас СССР нет по друидам, что блять? Ну, стало. Захилите быстрее нечаянно хотя бы. Забирай Телдрин. СССР нет, да, я так понял у нас, блять, в этой игре нахуй. Космополит, есть БР? У кого-то есть БР остался, БР Тимораль. С рамба ушли. Сейчас мораль станет, у кого есть СС, создавайте по морали СС нахуй. И дайте ему баб. Маску дайте ему и хуяску. Войда подкиньте, Войда подкиньте. Владимир, мастак раздавай, Владимир. Переконтроливал. Кто сейчас танчит? Мораль! Дал зубы, танчи. Трусов. Вот трусам пизда, походу, ебать. Сейчас уже шансов больше. Два ляма и 22 человека живых. Тут просто уже видно, что мы победили. Так что давай. Все убегают, я смотрю, вообще красавчик. Бля, ну вы просто ебаные убийцы, нахуй, ебать. Вот, другое дело танчи. Сразу, нахуй, как люди начали играть, блядь. Добейте его. Там уже бабл таун, нахуй, все, блядь. Все, пиздец. Ты сразу в комнату не пошел с первого трая. То я? Ну да. Я пошел в комнату, блядь, у нас проблемы были с диспелами, блядь, на арене. Да мах вам в студии, блядь, дамагер ебаный. Сань, а? Чё, Сань? Я говорю, мне уйти надо, без меня убьют вверх. Давай. У меня хант есть. Хантер, ты тут? Хантер, блядь. Тоже ушел, блядь. Вообще, я наши замены просто обожаю. Я скоро буду заменом, ГП въебывать, нахуй. Тренька.
О, арбалет еще немножко. Блять. А этого нету, да, Хантера? Хантера, ебать. Бывает еще. Вару или Роге дадите. Нужна, конечно, ему. За 140 и панел. Они, наверное, не нужны, да, вообще? Ни Вару, ни Роге. Вроде пресс-сакетами дадите. Походу, Тоттен, да. Ну, посмотрим. Я бы вообще, типа, ну... Я бы хилов добрал бы нормальных. Пука сделал бы офф-танком, блядь, а нечаянно был бы собой на постоянной основе. Но, как видишь, у нас приходится постоянно, блядь, спекать его в ордену. Тренинг, блядь, не по тесте, а тренинг ролите на мейн-спексе. Потому что я думаю, кто-то ее заберет на мейн. Давайте, бежим, давайте, ребят, фаст фрейю закрываем, и все, и, ну, я, наверное, стокрыл. Потерпите, блядь. Потерпите до Коромеду. Давайте, Локи, забаньте. А, нет, дали. Трэш. Че, вы там трэш бьете, да? Сейчас это Фрею, да, это острую надо еще ебануть, игни с хуй. С острой просто тринька падает охуенно. Так, чешуйка судеб, смотрите, биса. Я ношу, мне нормально. Хотя хуй знает. Нормально ношу. Ну 800 хосты так. У тебя чешуйка это есть? Да. Я тогда взял ее, она у меня валялась в сумке, блять. И я еще за нее ГП не накинул, потом накинул этот Кирилл по видосу посмотрел. Че здесь творится, блять, у вас? Так, кому? Отведите, блять, петушара этих нахуй мелких. Квазивер получается, да, остальные че? Нету бан. Нету лутмастера. Короче, квазиверу походу, да? Точно, точно забираешь квазивер? Так у тебя ж квазивер. У тебя же две тренинки нормально, нет? Все. Ну, я этот, вас заменю. Мне самое оно. Две головы Навара. Кто-то там ханты или кто-то там на пятый спектр. Без ГП. Без на ГП. Успеке, просто нажимайте там, блядь. Вон Энху надо, блядь. Элима один. Ты сказал, только Квазивера видел в роли? Ты... Антон, может, не работает? Ну, Квазивер выше всех по ИПГП. А кто еще был там? А, ну все тогда. Так, просто сказал, почему только Квазивер рулит. Я думал, блядь. Так, тебе вторая шапка нужна, этот шаман? Вторая нужна? Элима делаешь, реестра, блядь, три спека сделаешь, будешь красавчиком, блядь. То в Энхе что-то, блядь, и ДПСа нету, блядь. Хил был бы лучше нам. Че, отдать тебе вторую прием? Короче, блядь. И что это, арбалет? Это на ханта вот этого, да, который хантер? Нет, его не было. А, ну, не повезло нихуя, пацаны. Рольте, вары, роги. Стена, опять с первого босса в кражане лучше. Да им тоже эта залупа не нужна, блядь. Не знаю, на трав поделать. За 150 ГП получаете, кто забирает арбалет. Навара, Фрук. Да там другие есть арбалеты, Навара, Фрук. Там с меткостью, с АРП, блядь, с сокетом, нахуй. Это залупа полная. Им же не надо для того, чтобы урон типа от пухи считался. Им статы нужны от пухи. Они такие... Обидно, что, блядь, на 39 шмот, нахуй, блядь. Никуда просто, да. Типа что, арбалет бесполезный, да, выпал? Конечно. Ну, блядь, уже, по-моему, все весь лук бесполезный. Ну хули. Так,
Да а что там вообще хоть падает с него посмотреть надо? Там культуре надо. Дурного. Прикольные шмотки падают. Там весь щит падает на Элема и этого, которого у нас нет уже. Там, ну это на Лодомир. Щит, кольцо на танка с мастерством бисовое падает. Башка, крит меткость. На ретриков там, блядь, еще на каких-то латников. 39. Хорошие, все шмотки хорошие, все шмотки кто-то забрал бы. Но этот арбалет уже второй трай, второй, блядь, второй КД падает. Глупо, блядь. Щит реально охуенный. Там плечо с моба упало, хан говорит, ему нужно оно. Отдай. Сейчас. Ну вот, хант и шаман ролите, кидайте ровно плечо. Обоим нужно, я все пишу. А где там, откуда ушли уже, да? Такой приор, мы, блядь, тут шмотки с трэша без приора играем. Можем разролить приору, блядь, и дать капошку за него, нахуй. Ну вот, хант вот там. Это тоже 13-я, нахуй, плечо. Так что вы в одинаковой ситуации. Чуть ниже, где лежит эта залупа ваша, блядь? Тут лежит. В цветках или где? Хоть бы позвали, к кому подойти, где, в каком мобе лежит, я не знаю. В самом начале, вроде, самый первый пак мелких. А, все, или второй. Нашел, все нашел. Хантеру, да? Так, ребят, давайте, короче, значит, сделаем. Кто вот в воскресенье сможет? Ставьте, ну, я нажму готовность. Воскресенье на час. На допронос. Я нажму готовность. Кто сможет, жмите так, кто не сможет, жмите нет. На сутках воскресенье. Вы еще раз повтори, пожалуйста. На воскресенье, на проносе поставлю. Только троих не будет, ну все, ставь на воскресенье. Четверо, похуй. Как говорится, четверо нахуй, 22 не ждут, не ждут. 22, одного не ждут. Там столовка, по идее, должен быть. Там, там осталось, я что-то не думаю, что мы... Ну, Мимик, конечно, потраем, если Стане придет. Может, нам объяснит, чему они так делают. Он кто-то что-то говорил, что на воскресенье там Каражан или что-то планируется. В субботу их мы идем. В субботу собрали, тоже все приходите. Гильдейская, 12 часов. Буквально на час вас задержим. Ну, организационные моменты гильдии обсудим. Все вместе. Пожелания там, кто выскажет свои. Еще не хватает, там, не знаю. Что сделать? Статики распределим. На час буквально придете, зайдете и... Сейчас я отпущу вас. Рел первого статика будет считаться. Да, с первым статиком надо разобраться, там релить некогда. Можем столовку туда отдать. Ебать, он играет нахуй как свои 5 пальцев, нахуй. Как же он, да, уже секс заебал нахуй. Визит для постоянно безумного. Ну нормально, по базаре. Так, давайте на баф, на РЧ. Поехали. Давайте, по баф. Да, надо как-то две сильные 100% десятки собрать, чтобы они одновременно параллельно шли в один день. А третья уже типа твинками тех, кто умные люди, типа РЛ и там и так далее. Только ну, наверное, одетыми нормальными. Два танка, наверное, пойдем. Потому что, типа, ну. Три. Ты Теодор оттанчишь в соло? Ну, лучше не рисковать здесь. Давай, короче, мораль, держи босса, а Теодор забирай петухов всех. По костам тогда Рога-Тога позбиваешь грозовому плеточнику, а Энг позбиваешь водяному. Хорошо, Энг, понял? Водяному берешь таргет и просто на все косты кикаешь. А Рога-Тога тогда кикаешь по грозовому. Все поняли? Давай, поехали, блять ему. Босс. На мелких сбегаемся, ханты на пулите туда и разбегаемся. Там массакры за нож. Опа, сбежались. А нахуй уехал, ебало. Напулили.
Массакр давай. Что там тебе так тебе дох, блядь? У меня две хуйни бьют, пиздец, больно, нахуй. Дай точимся. Ты, а по идее, почти, ну, под доспехом. Это нормально. На столку уже стол затачит его. Нет, так же два танка мы убиваем. Парни, обижай. Тормозни, долем. Напулили. Галдрина. Поехали. Вот это значит, как играть их автоплётом или как играть... Хочу всё просто ауешки нахуй, но всё равно ты ебанёшься. Ханту дали отбрин. Ладно. Давайте, дарили все. Молодцы. Есть дальше шаман? Луч был, грибы. Космопалит Берем. От природы листик поставь, хан. Да-да-да, и листик точно. Хантер там, бежались. О, дали по дрену. Так, Федор, давай массакр. Блин, ты где там гуляешь? Все точечно наливаем. Ебать, у меня 4000 с ПДРом, ебать. Сейчас за скрин. Не-не-не, я же маленький такой. Че? Это просто камера. Сейчас ближе. Кого далеко? А я и танчу. Ну, то есть, я вот, так сказать, у тебя есть там, типа, как ті, хто получать основний урон. Так сказать, не на першій лінії стоять. Така моя механіка, що треба вбити. Що за хуйня происходит? Он гайд розказував кому-то, блядь, як боса бить. Я не бачу, що происходит, да? Ти попаче, блядь. Да вообще говорю, пиздец. Я сейчас думаю, ты русский или нет, боже, украинский? Ну, давай. Да не шарю вообще. Откуда ты знаешь?
Чегера ставим на сокрылы, чтобы опасно это вести. Блять. Лакер нахуй. Ебать, это бревно как мне не уебалось. Это последнее, если что. Уже, наверное, у воде на молодую. Ярик. Мы насмотрел на закат нахуй брю. Стали по местам. Вот. Не сдавай, Гера. Кстати, Лебах украл. Проблема, да? Дар все видят, дар все видят. Дар слили. Аллой. Ну, блядь, сука, не оносишь, все, пиздец, ну. Прибежали. О, он она отхилилась, нет? Я чуть не заметил. Нет, нет, успели залить. Внимательно смотрите на елку, блядь. И лучи тоже с них выходить надо, блядь. Че, он тот может ГПшечка то? А? Какой ГП? Я не мог двигаться. Дар, дар. Че? Я так, короче, тэпнулся и дальше двигаться не мог почему-то. Дерево убить, пиши. Вот там ханта просто. Вы в корни играть будете, блядь? Фридом давайте, Алена. Три паладина фридома есть. Спасибо, дорогу написали, пришли. Пришли. Отошли от босса, пусть взорвутся. Мой взор снова ясен. Благодарю. Ладно, нахуй. Герой. Че там было? Перчатки нахуй там. Ну и говна. Говно падает, ебать, я ох. Шрамная вонять. О, ГЦ тебя, Егор. Может, мораль себе берет. Все, давайте я по-быстренькому мастокрылу, ебать. Кто прям вообще не может, ебать, кому ничего не надо с ним. Я могу двух трех человек отпустить. Кто прям кому спать, уже по время да поищет. Все, давай, Никита, иди спать. Спасибо. Да, среда не выходишь, чтобы тебе БКП начислил. Блять. Ну нахуй оно нужно, блять. Его все равно скидывать, а мне ролить все равно ничего. Не выходи, среда, чтобы тебе ЕП начислил сразу. Точно начислял. Да русский он потом. А тебе ЕП не нужно, что ли? Так а нахуя ты его будешь срезать, когда выйдет груль магика? С этих 25-ок мне ничего не надо. Когда он выйдет? В конце, блять, этого года, ебать? О чем мне ролить в этом ульдуаре, скажи? Да забей хуй, ну. Тебе скажешь, ничего, если не нужно? Вообще ничего? Ну, блядь, только ботинки, нахуй, которые мне вне конкуренции отдаются. Вне конкуренции? Типа, ну, кольчуга, кто ее еще возьмет? Только я и все. А наручи есть этого? С Хадира? С кого? С Хадира? Ну, 224, конечно, есть. Ничего тебе больше, ни треники, ни пухи, ничего не надо, вообще нихуя не надо. Нужны одни ебаные ботинки, и то вообще не сильно. Это раз с Мимирона, что ли? Ну, Мимирон, блядь, с этого, с собрания ХМС. Ну, ладно, смотри сам. Все равно, блядь, что, зря ходишь, что ли? Ну вот, а ты ГПшками пугаешь. Тут людям ЕП нафиг не надо. Не, ну так это... Ты понимаешь, что это хант? У него конкуренция минимальная, блядь, он один в рейде. Он чел будет ходить, начни один. Не говоришь, что Хантер или ты поломался немножко? Бежал, блядь. 12к, нахуй. Пацан, блядь, ебашит, нахуй. Ну чё, за тренику, блядь. Сейчас выпадет жар, нахуй, что ли? Кто-то разобрал руки?
Ну все, теперь ты танк нужен. Тебе нравится танч, нет? Ну все, будет танк второй стати. Пойдет. Поставьте, давайте ребафим пчелов, которые, блядь, умирали. Сейчас прибегут, драфаны всякие. Я не специально забыл. Запуливайте, запуливайте. Бля, Сань, ты тут, Сань? А, он ушел, блядь, точно. Сука, я забыл спросить у него про этот, про ачивку, про эту ебаную с десятки. Короче, она делается на первой фазе. Кто сказал? Ну, это 100%, она делается на первой фазе. Конечно. Блядь. А почему, блядь, ну ледяное дыхание, если на второй фазе? Ну да, есть. Круге. Мы вчера 25 штук собрали, блядь, перевели, и он всех сдул и не зачитал ни одного. А, не, одного зачитал. Так вы понимаете, что у дыхания там 1020 урон. Мы понял, слышишь, мы не в круге убивали. Вот он круг, видишь, на черном. Сейчас вообще ебать лобоебизм. Ну он сдул, в смысле, убил их, реально? Ну он с ледяным дыханием 25 штук сбил. Мы, блядь, минут 10 просто их стояли, короче, собирали, понял? Нихуя. Ну, блядь, 28 их где-то собрали. И вон там вот, где держали их, там и сдули. Давайте запускать, хуй вы стоите. Танков надо там побольше, блядь, 25. Там их злота... А, 25. Там просто, там, понимаешь, ее не надо переводить реально. Вот ее садишь, ну, набираешь пачку, допустим, вот у тебя стоит 4 танка, допустим, 3 танка... Ну или 2 танка держат по мобов по 3, по 4 там. Вы их доводите тысяч до 20, собираете, подводите под лицо босса, ну, гарпуны запускаете, она их сдувает. Все там, 7-8 штук засчиталось. Она сдувает, она сдувает не с одного. Она с дыхания там 1030 всего сдамажит, 40. Вот я и говорю, надо их доводить, чтобы люди были умные в рейде, которые не просто дамажат моя бить там нахуй, а которые посмотрят на хп, до 20 тысяч добьют и стопнут. Да не, мы все нормально делали, мы собрали. Вот эти зеленые бьют еще, которые стоят около драпунов, еще зеленые бьют их. Да, поэтому их надо в сторонке держать, а потом подводить под дыхание. Потом она взлетает уже по таймингу, хлопает крыльями, взлетает, потом просто, опять собираешь. Просто мы не просто не знаем, что надо в кругу их. Ну это ее переводить не надо, блядь, просто. Там их собираешь, блядь, до берсы ждешь, нахуй. Ну, 25 вполне реально собрать. Ладно, надо скоро сделать. Мораль, ты сегодня не сможешь, да, прийти? Пару. 6. Потому что, типа, ну, мы сегодня, типа, ну, и первый статик там заберем. Ну, качество, ну, нормальный рейд заберем. 5 часов. Но короче, так, суть в том, что, типа, первый мы на собрании обсудим, там нужно его, во-первых, дособрать, это раз, во-вторых, нужно туда Рео куда запихнуть. Поэтому, типа, пока что, типа, кто с первого статика, идут сегодня все, кто сможет. А кто не сможет, короче, с первого статика, идут завтра с этим, с Никитой. А Никита кто, во сколько? Там... Никита во сколько собирает? Знаешь, что он собирает? Тоже сходите, ну, помоги ему. Я скажу. Мы поставили. Кто сегодня не сможет 6, подписывайте завтра на 12 часов, Кара и Ка. Волшебник, а ты спать не хочешь? Кем он пойдет? Варом, блин? Вообще похуй. Ну да, он хотел варом пойти. У нас же... Ну, у меня других варов нету, тогда мне завтра придется. А, вот ты нужен, ты варом идешь. А кем ты пойдешь? Бригадкой? У меня нет на ДК проходки. Какой ДК? Что, ну, Бавара пойдет? Вот нахуя вы Геру даете, если вы не переводите, блядь? Не проще сейчас ее до 65 добить, и потом второй раз сядет, но уже тогда Геру дать. Мы просто 10 секунд Геры потеряли, блядь. Просто так, блядь, 10 секунд. Ну, короче, завтра сходите, волшебник. Ухуй. Я завтра тоже пойду. Потому что у меня, блядь, 4 персона. А сегодня я, блядь, вечерними другими персонами. Я же не знал, что вы вдруг вечером решите играть, блядь. Решили, блядь, МСК время. Да, ну открытие, блядь, интересно. Ну понятно.
Да. В дальнейшем, я думаю, будут рейды в 13-12. Конечно. Это вы второй, это второй, вы так... Да. Ну, рветесь в бой, да? Ну, пойти пощупать надо, откуда делать. Ну, потом расскажем друг другу, что там, какие это замечания по рейдам. Как там, кого бьет, как пробивает, как хилить, как дамажит. Мы все равно второй стадик поведем в субботу в час. Все так чисто, блядь. Ну, я пойду. Прохильте, нахуй. Субботу бьешь? Да, у меня персов же дохуя. Все, давай. Ну, может, ДКшкой? Да, ну вот смотри, вот завтра ведет Никита, я пойду ШПшником, допустим. Есть там танк на завтра? На завтра? Танки хилые есть? О, по идее я могу варм взять, а нет. Аверн, волшебник, у него что-то есть. Вот, да, допустим. Да, собирайте, будет. На субботу? А в субботу? Есть. А в субботу я могу БДК оставить, у меня БДК без КД. Ну вот, на субботу... У нас может столовка в субботу или нет? Вот надо узнать у столовки. Сегодня все нормально, все будет. Тамора в 6 часов будет. Я пойду сразу пощупаю свои этой 9 штаны, если они выйдут погулять. Хотя вот мне предстоит. Потом вообще по 10 лямов будет у всех боссов. Понерфит хлам. Чё-то больше. 200-ми будем сюда ходить, блядь. Твинками нам. Скажите, что триня выпала. Ни голова, ни триня, нихуя. Опять печать ебаная, пидорская, блядь. Все, ребят, всем спасибо, нахуй. Совсем без ебать, короче. Кто посчитает? Правда, с математикой, да, не надо будет просто. Да вон будет, блядь, посчитать. Давайте я посчитаю. Сколько мы? 300 хм? 150 обычно, да? Ну так. Первый хм. Острокрылая обычка. 200 вроде. Хуяло быстро. На всякий случай посчитать еще раз. Правильно, две стопы, штопы, да? Сейчас. Ну-ка, за хм сколько? Ну, сколько? 300, блядь. Тебе, самое, там говорят, что ты друиду не ту печеньку дал. Ну, брудак. Что в войнах этих шаман пишет на друид. Да? Сколько хм? 300? Да. А как тебе рту искать? А я не помню, блядь, с кого какая печенька. Кадира. Блять, я уже столько времени прошло, уже не помню, блять. Ага, кажется. Даже не помню, даже чувство падает. А ладно, дашь купишь за ОД. Ну, типа оно и за ОД есть, и может кому-то другому дал, спросите, у кого лежит. Нужна кому печенька, бар, охотник, шаман. Грудак. Сколько там не считает? 2250 вроде как. 250, да. 2250? 2250. Как так? Ну ты кошатницу считал? Мы же не в хэме бьем, только убили два босса. А, калагарн еще. Ну, калагарн, острокрыло и... Да, я калагарн не читал. Сейчас, у вас
Ну, короче, если завтра будет танк, я пойду ШП, если не будет, пойду танк. Но надо у столовки узнать, что будет ли он в субботу. Если столовка в субботу идет, я пойду в субботу ШП. Забедаешь.